Нередки случаи в современных супермаркетах, когда покупателя останавливают на входе в магазин с требованием оставить сумку в камере хранения. Так произошло и с артемовцем Русланом Долматовым, который зашел в один из больших магазинов в районе Угловки. Покупателя с рюкзаком охрана супермаркета пропустить отказалась. Там охранник просто решил заниматься самоуправством, он какие-то придумал свои правила и сказал, что я не могу пройти в магазин со своим рюкзаком, который сейчас на мне. Собственно, я на это возразил, он сказал, что это его просьба, я на его просьбу отказал вежливо, но охранник сказал, чтобы пройти за покупками, я все равно должен снять свой портфель. Я прошу вас, ответьте, на каком основании вы мне запрещаете входить с рюкзаком, в котором я храню деньги для оплаты на кассе, в которой я планирую складывать покупленные вещи. Можете, кстати, вызвать полицию, мы с этим с полицией можем это все обсудить. Когда Руслан начал записывать происходящее на видео, охранник попытался выхватить у него телефон. Решить конфликт мирным путем взялась сотрудница супермаркета. Но ее предложение о сопровождении покупателя тоже вызвало недоумение. Кто-то из продавцов, девушка подошла, начала со мной вести беседу по поводу того, что у нас часто случаются кражи. Я понятия не имею, какое я вообще отношение имею к тому, что у них там происходит и вообще почему меня это должно касаться. Если у них что-то воруют, за это должны отвечать они. В первую очередь их охранник должен заниматься не тем, чтобы ругаться со своими клиентами, а тем, чтобы как раз следить за камерами и следить за тем, чтобы никто ничего не воровал. С рюкзаком проходите, охранник проходит вместе с вами. Со мной проходит? Ну да, по залу вместе с вами и проходит. Ну то есть смотрите, я не буду идет сопровождение с вами. Возникает множество вопросов. На каком основании покупатель при входе обязан сдавать сумку? Имеет ли право любой сотрудник магазина делать досмотр личных вещей покупателя? И если вещи сданы в камеру хранения магазина, кто несет ответственность за их сохранность? Роспотребнадзор сообщает, потребители не обязаны в магазинах самообслуживания сдавать свои вещи на хранение. Приняв сумку на хранение, продавец заключает с потребителем устный договор о безвозмездном предоставлении услуги хранения вещей. Принудить заключить такой договор магазин и кто-либо еще не имеет законного основания. Обязывая сдавать сумки, охрана магазина навязывает заключение данного договора хранения, чем нарушает статью 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, защищающие принципы свободы договора. А какова ситуация в других популярных супермаркетах Артема? Сдавать не обязательно, но мы рекомендуем оставить для их же спокойного прохождения в магазин, удобства, что руки свободны, это не мешает брать товар непосредственно. Корзинка в одной руке, да, рука свободна, все. Что заметил, боятся оставлять люди пожилого возраста документы, это ну, пожалуйста, проходите, нет проблем. Все эти ящики камер хранения, они под видеонаблюдением. Проводится постоянно и ремонт их, замена замков, чтобы не возникало всяких подозрительных моментов. Кто-то ключ оставил, в следующий раз пришел, вставил. Поэтому раз в месяц меняются замки. Где-то местами, где-то новые замки покупаются. Поэтому, в принципе, конфликтных ситуаций по этому поводу у нас не возникало. Если возникла необходимость, содержимое сумки по собственному желанию можно показать охранникам. А вот принудительно требовать предъявить личные вещи, в том числе только что оплаченные, охрана не уполномочена. Это право есть исключительно у полиции. И положить сумку в камеру хранения охрана может только порекомендовать. В нашем магазине это носит рекомендательный характер. Почему? Потому что многие приходят, и молодые, и мужчины, и женщины. Сейчас модно рюкзачки большие, сумки большие. В них лежат и документы, и телефоны, и прочие личные вещи, гигиенные вещи. И поэтому мы не заставляем покупателей. Видеокамера имеется, как ложится товар, как вытаскивается, да. И видно покупателя, как он положил, как забрал товар. Все видно, да. Итак, потребитель отказывается сдавать вещи в камеру хранения. Охрана идет на конфликт и не пускает в магазин покупателя. Сразу требуйте книгу жалоб и предложений. В ней описывайте ситуацию с указанием нарушения своих прав потребителя. Магазин тем самым нарушает статью 426 Гражданского кодекса «Принцип публичности договора». С жалобой обращайтесь в Роспотребнадзор.
Если потребитель все-таки решил доверить личные вещи камере хранения супермаркета, но на ней красуется надпись «Администрация магазина за оставленные вещи ответственности не несет», вы добровольно заключаете с магазином публичный договор хранения. Согласно главе 47 Гражданского кодекса Российской Федерации, он подразумевает передачу вещи и ее последующий возврат с полной сохранностью во время хранения. Так что администрация магазина несет полную ответственность за доверенное ей имущество в соответствии со статьей 891 Гражданского кодекса Российской Федерации. Что касается Руслана Долматова, то он не стал далее вступать в спор и покинул известный супермаркет. Свои права покупателя он намерен отстаивать в суде. Луиза Сысоева, Денис Наддельный, Светлана Нурик, «Городские новости», телеканал «Лента».